Йоу-йоу, если ты частенько на этом канале, то подписывайся и жми на колокольчик. Малыш, а где мой синий балахон? Он должен быть в шкафу. Ладно. Стой, нет! Не заходи туда! Дергаешь 2 раза, чтобы я приготовилась, 3 раза, чтобы тащила. Веревка? А зачем веревка? Тест! Тест! Первый канал. Канал что? Что это? Зачем мне? Теперь ты готов. К чему? Удачи тебе. Да камон, мне просто надо забрать мой синий балахон. Эй! Эй! Аманда! Аманда! Пахнет как... Так, нахрен балахон, я сваливаю. Нет, 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 нет. Нет. Анвар! Анвар, ты меня слышишь? Прием! Да, да, алло, Аманда, да, я тебя слышу! Господи, спасибо! А, веревка порвалась, и я что-то слышу. Малыш, если начнет пахнуть чем-то некрасивым и старым, это холстер. Увидишь, старайся не шевелиться. Его уже кучу лет не надевали. Что ты сейчас вокруг видишь? Я вижу шубы. Вижу зимнюю одежду. Хорошо, ты в зимнем. Понял? Тебе нужно в отдел уличный комфорт. Попробуй его найти. По-моему, я вижу указатель. Что случилось? Ты в нижнем белье? Зимняя одежда, миленькие платья. Да ты чё прикалываешься? Она может быть в другом месте. Нет, не может. У меня в шкафу все где надо лежит. Как это вообще возможно? У меня своя система. Я вообще там? Как ты вообще можешь говорить, что тебе надеть нечего? Пахнет как дешевым одеколоном. Малыш, малыш, ответь мне. Малыш, ты меня слышишь? Я тут уже несколько часов, пожалуйста, скажи, где мой балахон? Во-в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 о! Откуда ты? Ты из клана зимней одежды. Пожалуйста, не стреляй, опусти. Опусти эту штуку. Я Нина. Нина из городской одежды. Нина, привет, Нина, приятно познакомиться. Я Анвар, земель, который за шкафом. Я пришел с миром. Я парень Аманды. Аманды? Да. Она моя лучшая подруга. Чё-то мне сразу не сказал. Правда? Да. Дай угадаю, ты здесь за балахоном. Да, ты как узнала? Ты похож на тех парней, кто такое носит. Уличный комфорт, правильно? Да. Я знаю, как пройти. Это хорошо. Пошли. Хорошо, клёво. Ну и вот. В 2011-м я пришла домой к команде. Ага. Хотела что-нибудь выбрать на вечер, никак не могла придумать. Ну и вот, я тоже 1-2. Но я точно хочу сочетание желтого и синего. Ты здесь 9 лет. Прием, Аманда. Я нашел твою подругу Нину. О, божечки. Нина, это ты девчуля? Девчуля. Я уж думала, ты мертва. Обещаю, еще 5 минуточек. Ах, ладно. Хорошо, люблю тебя. Пока. Это холстер, монстр. Просто беги. Ты просто пошли вместе. Аманда, прием, Аманда. Кажется, я на месте. Окей, отлично. Видишь шарфы где-то над головой? Вижу шарфы, но балахон не вижу. За ним находится контрольная панель, которая даст доступ к балахону. Сначала нажми красную кнопку, потом зеленую, а потом поверни ключи. Хорошо. Мой балахон. Пожалуйста, нет, только не снова, пожалуйста, нет, 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 ты мне нравился больше
Ты готова идти? Да. Хорошо. Мне нравится мой жакет. Можешь твой балахон надеть? Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться и поставить лайк.